Здравствуйте, Баревдзе, с вами армянская программа «Наследники Урарту» и я, Арам Галустян. На прошлой неделе в рамках 3-го симфонического форума был представлен спецпроект «Время Тертеряна», который посвящен 85-летию со дня рождения известного армянского композитора. Подробнее в нашем сюжете. Одного из выдающихся современных композиторов Авета Тертеряна связывал с Екатеринбургом многое. Старт его тесному сотрудничеству с нашим городом был дан в 1992 году премьерой спектакля «Версии. Часть первая», поставленного труппой «Провинциальные танцы» на музыку 5-й симфонии композитора. Вслед за спектаклем музыка Тертеряна зазвучала на сцене Государственной Свердловской филармонии. А вскоре Авет Рубенович уже вел мастер-классы и читал лекции в консерватории имени Мусоргского. В 1994 году в Екатеринбурге должен был состояться фестиваль «Три встречи с Аветом Тертеряном». Но, увы, до этого события композитор не дожил 13 дней. Однако фестиваль все же состоялся. Три вечера зал филармонии был заполнен теми, кто знал и любил музыку Тертеряна. Сегодня, спустя 20 лет, творчество Авета Тертеряна вновь стало центром культурной жизни Екатеринбурга, благодаря спецпроекту «Время Тертеряна», который был представлен в рамках 3-го симфонического форума России. Вдохновителем и координатором спецпроекта стал Лев Шульман, которого с Аветом Тертеряном связывали годы творческого сотрудничества. Я год назад для себя понял, что 2014 год – это год двух юбилеев, связанных с Тертеряном. Я как бы для себя понял, что, видимо, мне надо все силы сейчас положить на организацию всяких тертеряновских событий. Потому что есть и вещи в жизни важные, есть очень важные, а есть жизненно важные. Вот я считаю, что музыка Тертеряна – это жизненно важная вещь. В программу спецпроекта вошли филармонические концерты, творческие встречи, вечер поэзии и кинопоказ. А первым мероприятием проекта стала художественная выставка «Тертерян. Писание звука», открывшаяся в Свердловской филармонии. Автор работ, художник Николай Придеин, отразил в своей графике собственное восприятие музыки композитора. Музыка Тертеряна – это в сущности самоосмысление материи и самой себя в звуках. Вот это, мне кажется, очень важно, потому что это похоже на такое, на некий Ветхий Завет, когда творилась земля, творился мир. Графические работы художника, представляющие собой нечто вроде атональной графики, вызывали ассоциации то ли с буквами неведомого алфавита, то ли со звуком, пытающимся обрести свое визуальное воплощение. Центральными событиями спецпроекта стали концерты симфонической музыки Авета Тертеряна, прозвучавшие в Большом зале Свердловской государственной филармонии. В рамках программы 3-го симфонического форума России были исполнены 3-я симфония для Большого симфонического оркестра «Дудука» и «Зурны» и 5-я симфония для Большого симфонического оркестра и «Кеманчи». В качестве солистов, исполняющих партии на народных армянских инструментах, были специально приглашены музыканты из Армении. Для Эммануэля Оганесяна концерт в Екатеринбурге стал двойной премьерой. Во-первых, потому что он впервые играл с Уральским академическим филармоническим оркестром, а во-вторых, потому что для него это было первое исполнение музыки Тертеряна на сцене. Несколько раз музыкант репетировал произведения композитора с разными оркестрами, но в последний момент что-то не складывалось и выступления отменяли. И вот в Екатеринбурге мечта сыграть для зрителя музыку Авета Тертеряна все же сбылась. Ощущения очень, очень большие, потому что, во-первых, выступить с таким оркестром, а во-вторых, играть музыку Тертеряна – это для меня большая честь. И это все происходит не в Армении, а происходит в России. Ну, волнуюсь очень много. Однако волнение не помешало артисту донести до зрителя богатство смыслов удивительной музыки композитора. В музыке Тертеряна можно почувствовать и послушать древнюю философию армян. Там воздух гор армянских. И не знаю, как объяснить. Главное то, чтобы в музыке был воздух, был теплота, была душа. А это все у Тертеряна хватит. Когда Авета Тертеряна спрашивали, о чем его симфонии, он отвечал
обо всем. И действительно, его сочинения представляют собой космос. Мир со множеством значений и смыслов, в котором каждый исполнитель находит что-то свое. Акоп Халатян, исполнивший в пятой симфонии соло на кеманче, увидел в этой музыке историю армянского ашуга Саят Навы. Вот я, как кеманчист, вот, думал, а почему в этой симфонии кеманча? И вот потом там есть церковные, там колокола, кадзила. Вот. И я думал, вот это, по-моему, я прав, что это последние дни ашуга Саят Навы. Поделиться впечатлениями о музыке Тартаряна и услышать воспоминания о нем можно было на творческих встречах, состоявшихся в рамках спецпроекта. После исполнения пятой симфонии в малом зале филармонии звучали удивительные, трогательные и смешные истории об Авете Тартаряне, рассказанные теми, кому выпало счастье знать его лично. Здесь же прошла презентация книги «Беседы с Аветом Тартаряном», написанной его сыном, музыковедом Рубеном Тартаряном. Диалоги с отцом были записаны Рубеном Аветовичем в начале 80-х годов, а первое издание увидело свет в 1987 году. Однако в советское время книга вышла с большими купюрами, поскольку не обо всем тогда можно было говорить открыто. Новое издание получилось более полным. Я сейчас добавил небольшое такое эссе, где пытаюсь представить эпоху вот этого периода. И вот мне кажется, что сегодняшнему поколению вот необходимо это знать, потому что страшное происходит переписывание истории, которое просто пугает. Мне кажется, вот это надо помнить. Надо помнить, как на первом съезде Союза композиторов СССР Шостакович, Прокофьев и Хачатурян извинялись за то, что они пишут плохую музыку в связи с указом Жданова. Нельзя забывать это. Ярким визуальным акцентом спецпроекта стал кинопоказ, на котором были представлены короткометражные фильмы об Авете Тартаряне, а также фильмы, в которых звучала его музыка. Одной из ярких страниц кинопрограммы стал фильм известного армянского режиссера Арутюна Хачатуряна «Граница», который удалось раздобыть для показа буквально чудом. Когда выяснилось, что фильма «Граница» нет нигде, я позвонила в Ереван на фестиваль «Золотой абрикос». Арутюн Хачатурян, президент этого фестиваля, мне говорит: вы знаете, вышел, едет сейчас из Еревана через Ленинакан в Тбилиси. Можно мобильный? Можно. Звоню в машину, буквально снимает трубку, 10 секунд разговариваем, разрешаю к показу. Ничего не надо, права принадлежат мне, ничего не надо, показывайте картину. Фильм «Граница» стал завершающим аккордом спецпроекта «Время Тартаряна», но отнюдь не завершением культурного диалога с творчеством выдающегося композитора. Уже в декабре горожане смогут услышать концерты его камерной музыки. Кроме этого, Международный культурный фонд имени Авета Тартаряна выступил с инициативой создать в Екатеринбурге музей-квартиру композитора, а также назвать его именем одну из новых улиц города. Эту инициативу поддержали Екатеринбургская организация Союза писателей России, Уральское отделение Союза кинематографистов, Свердловская государственная филармония, Уральская архитектурно-художественная академия и, конечно, региональная общественная организация «Армянская община Ани Армения». В данный момент организации совместно занимаются запуском необходимых процедур для воплощения этой идеи в жизнь. И хочется надеяться, что все задуманное осуществится в самом скором времени. 26 сентября мы отметили 145-летие со дня рождения известного армянского композитора Комитаса. Одним из ярких событий, посвященных этому юбилею в Армении, стал концерт под названием «Комитас. Переосмысление». Фрагмент его вы сейчас увидите.
Это все, что мы хотели вам рассказать в нашей сегодняшней программе, а мне остается лишь пожелать вам всего самого наилучшего. Увидимся ровно через неделю. Стасю Тюнь.